Так, этот парк называется Девести, по-моему. Вот это вот оно не цветет, это тут пух нападал тополиный. И поэтому так некрасиво. В общем, очень красиво. Очень такой приятный ветерок, который без него я бы сейчас бы вообще вот тут уже сварилась бы от жары. Чем только я одела так это, кофточку такую. Надо было вообще майку одеть. Ну вот, называется Jardins de la Devesa. Вот, работает с 9 до 20.00. Каждый день. Если будете в Жироне, посетите, вообще не пожалеете. Здесь так красиво, так спокойно. Ну, Лёша сейчас будет сидеть, и я пойду гулять. Лёш, тут посидишь, я пойду погуляю, ладно? Благодаря тому, что сегодня суббота, все-таки есть народ. Обычно вообще никого здесь не бывает. Так, мы здесь хорошо можем цветочки посмотреть. Здесь тоже очень много цветов. Посмотрите. Ох, какие розы красивые. Какая красота, мама. Они уже цветают, правда, но все равно очень красиво. Это наши русские туристы. Тут все ряской заросло. Вот наши туристы. Целая компания. А может, не туристы, может, тут же тоже приехали, как мы, посмотреть. Кто знает. Так, смотрите, наслаждайтесь. Так, с этой стороны еще не показал. Там впереди фонтанчик такой интересный. И там живут маленькие карпики. Как они туда попали? Очень интересно. Может, одного карпа туда отправили? Посадили, может, карпиков туда. Вот такой фонтан интересный. Вверху водичка, тут все мокрое. А вот они, рыбки, видите? Надо посмотреть. Тут все мокро. Или уже такое. Почему мокро, не знаю. Вот, смотрите, впереди даже кувшинки. А вот они, карпики, плывут. Ох, кувшинка какая расцвела. Вот они плывут, плывут. Маленькие. Где у нас павлин? А вот тут водичка течет с этой стороны. Посмотрим. В этой клеточке живет павлин. Спит он. Ничего ему не надо. Спящий павлин. Хвостик спрятал и спит себе.
Ой, ты, матушка, глазки закрыл. Хвостик вон какой у него красивый. Эй, проснись, проснись. И тоже его подружки спят. Сидят, вон сидят такие кумушки. Я пришла в парк, и тут такое чудо. Павлин распустил хвост. Ой, слушайте, я никогда не видела. Я только видела, что по телевизору показывали. А так вживую вообще никогда не видела, чтобы при мне павлин хвост распустил. Какой красавец! Какой красавец! Это он перед своими самочками так выступает. Вот, посмотрите на меня, какой я красивый. Вот-вот-вот, как затрёс своими. Ух ты, ничего себе, какая красота. Как мне повезло. Вот так, давай еще потряси перышками. Вон он перед самочками, там самочки на него вообще не смотрят. Он так красуется. Хвостик сзади. Смотрите, как он хвостиком сзади делает. Не, да еще и не показывает хвостик-то свой. Вон какие у него крылья-то какие красивые. Ух ты, сзади как пушисто. А этим все только жрать, самкам. Они там спят. Он, бедный, старается так. Старается перед ними. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот красота какая неземная. Красавец. О, так красиво, классно так, блин. Как же вот природа такую красоту сделала. Надо же. Какой он красивый, а. Какой красивый. Решил покушать тоже. Самочки кушают, он решил тоже надо силу понабраться. Все. Кончилось. Снимаю себя на фоне такой красоты. О! Как он орет! Это павлин так орал. Блин, так крикнул. Так, как бы сделать так? Вот. Дорогая моя любимая Илья, я очень рад, что ты приезжаешь. Жду не дождусь, но плохо, что ты забыла взять с собой Валеру, потому что мне было бы с ним еще интереснее. Я очень с радостью и с любовью вспоминаю, когда он меня водил в музей Калашникова по 28-градусному морозу. Вот, значит... Нынче у нас, в общем, неудачная получилась поездка, но мы хотя бы в парк сходили. Ладно. В общем, делайте вывод, что в первый день нечего делать на этой выставке. Один народ, ничего мы не смогли там посмотреть. Так что у нас вчера было 28 градусов жары, сегодня жара невероятная. Лёша сказал, что... Лёша, кто тебе сказал, что вчера снег выпал в Москве? Моя сестра мне в Вайбере написала. О, представляете? Вот так. Вот, ничего себе. Почему снег-то выпал? Ну,
у нас тоже недавно совсем тепло стало, тоже было холодно. Ну, думаю, на этом закончим видео. Так, извините. Не получилось, что ждали. Не получилось. Остается только сесть в баре и выпить пиво. Смотрите, что Лёша наклеил на машине.